Железное знамя. Ну там 3 на 3, понимаешь, там можно и стеночку прозрачную организовать. Обрушь, да. Противников град из пуль. А вот снайпер с прозрачной стенкой, это пиздец. Кстати, давай попробуем почему. Зона А захвачена. Нас прорвался. Зона С захвачена. У вас преимущество. Нормально, быстрая охота, однако. Они даже никого не убили. Вы увеличили преимущество. Но не время расслабляться. Нормально. Они будут бороться за... Нормально. 40 секунд. Да, прошло. Очень удивительно. Сейчас спидран? Спидран, да. Там просто дезморали у них легкая была. Как была, она сейчас, скорее всего, тоже. Охота подошла к концу. Прямо как шеренгу рабов. Бедняга, он ставит раскол, блядь. А чем ты с этим, милое дело, на него выходит, а он такой, я отхилюсь. Я оптимист. Вот это и... Ооо, дебага, дебага! Получили преимущество. Продолжайте. Разрыв сокращается. Зона А захвачена. Вы хищники. Выходите на охоту. Когда вы вместе, вас ничто не... Кто-то пытается сбежать здесь. Чувствую, я репортов сегодня наберу. Какие репорты, мы, блядь, не читаки? Кондоны, это да. Зона Б захвачена. Пиздец, у меня буквально вблизи манилик не помнится. Как железные лорды. Зона Б потеряна. Двойной удар. 79, нормально. Это я понимаю. Зона Б захвачена. Я завершаю матч. Все, закончил. О, двое ливнуло. У нас вчера так было каждую игру, только мы, ну, даже не начинали никого убивать, просто заходили, они ливали, потому что постоянно с нами попадались. Шакс, ты там? Что? Это было весело. Ну так больше надо милых дел.